О, вот, вот этот туннель. Я знаю. О, ёпта, сколько там военных! Давай паркуй, вылезай. Погоди. Сейчас заминусую. Вот, заминусовал. Ой-ой-ой, ты чё, гранатами? Нет, не я. Так, заправку прячемся. Заправку прячемся. Бля. Итак, всем здорово, народ. Сейчас мы на фоне этой тачки и... Эмиральд, ты что делаешь? Эмиральд. Я стою. Фу. Что? Шок, Эмиральд фапает. Ладно, здорово. Это, собственно, зомби-апокалипсис, который вы так ждали. А, собственно, сегодня Эмиральд, танк и эта тачка. А, кстати, посмотри, он все-таки того военного-то убили. Ну, ладно. Какого, где? Ну, который там стоял. Слушай, да, реально, кот пропал. Короче, может, ладно, убили, пошли к командиру, может, у него есть какое-нибудь задание. Эх, ну ладно, давай пойдем. Так, это я офну. Так, командир, алье. Так, ой, зафризило как-то немножко, ну ладно. Так, good morning, друзья, good morning. У меня есть для вас опасное задание, беретесь? Ну, конечно, кому же еще браться за задание, как нам, а? Ну, действительно. Так, короче, в туннеле рядом с городом находится группа военных. Они ищут наш лагерь. Вы должны перебить их всех. Держите патроны. О, хорошо, будет сделано. Метку ставите? Да, конечно, удачи. Во, смотри, нам дали патроны. Это ФГ. Слушай, а ты не замечаешь? Это тебе? Это у тебя ФГ? Да, у меня. На, держи. О, спасибо. Фига, сколько патронов. Слушай, ты не замечаешь кое-что? Одну деталь. Какую? Кажется, наш командир поменял шапку. А, да нет, точно такая же. Да нет, у него была другая. Такая же, говорю тебе. Ну, окей, ладно, походу, немножко забыл. Серьезно, такая же была. Окей. Шапку поменял, он что, модник, что ли? Ладно, пошли, собственно. Ну, не знаю, почему бы не иметь. Так, давай я квест посмотрю, бум-бада-бум называется. И чё нужно? Бим-бада-бум. Перестрелять военных в туннеле. А где туннель? Я думаю, вспомнил, он, кажется. Так, ну давай на тачке поедем, да? Да, почему бы нет? Потому что этот танк уже заколебал, на самом деле, лагать. Так, погоди, я немножко звуки сделаю потише. Так, открой, пожалуйста, ворота. Ворота? Окей. А чё мы не едем? Мы едем. Едем, в смысле? Я открыл ворота. А, стоп, а где тачка? Блин. Хоть залагала опять. Собственно, тачка у нас залагала, мы пошаманили немного. Поехали. Поехали. Ты ворота-то открыл? Стой, я не открыл ворота. Вот. Давай, залезай, поехали. Поехали. Только что-то она медленно как-то едет. А потому что я ее не разогнал. Так, поехали. Ты ее не разогнал? Она что, процессор, что ли? Да. Так, собственно, едем мы на тачке сейчас в очень опасное место под названием туннель. Но, думаю, он не настолько опасный, да? Оно опасное, знаете, исключительно из-за того, что там лава разлита повсюду. Лава? Да, там есть лава. Это метро, а не туннель. Стоп, а что такое туннель тогда? Ну, туннель, помнишь, когда в город едешь вот так прямик? Я думаю, так, если нет. Ну, если нет, то не знаю. Ой-ой-ой, чё, мир не прогрузился? А! Куда мы упали? В пустоту какую? Нет! Что это? Мы едем в светлое будущее. Мы в ад едем. Блядь. Ой. Ой. Что случилось? Господи. Где мы? Мы попали в измерение черного экрана. Походу, на наш экран напали негры. Черт, чуваки. Черт. Окей, ну не знаю, что делать. Слушай, мы провалились в какой-то мир негров, но ничего, сейчас мы поедем на задание. Я не знаю, что это было, Эмиральд, а ты знаешь? Мы попали в измерение черных экранов. Ты знаешь, есть такое страшное мифологическое измерение. Какое? Мир черных экранов. Я не хочу туда. Я уже побывал там. Никто туда не хочет. Но мы уже там. Ой, зомби. Ну-ка, сейчас объедем их. Да. Пожалуйста, что это плодилось тут? Ну-ка иди. О. Вот, кстати, вот эти безрукие зомби, они какие-то криповые немножко. Ну да. Стоп, без зубы? Безрукие. Ай. А такие есть? Ну вон там же были. Я не видел таких. О, вот этот туннель. Ёпта, сколько там военных! Давай паркуем, вылезай. Откуда? Как? Нифига себе. Чёрт, ёма, они стреляют по нам. Стреляют уже? Уже стреляют. А, чёртовы зомби. Чёрт. Так, давай как-то военных усмирим. Давай. А как их усмирить? Так, стой. Так, я не знаю, как их усмирить, слушай. Так, зомби вот это главная проблема сейчас. Слушай, давай пойдем. Ой-ой-ой, стреляют. Где? Погоди. Сейчас заминусую. Во, заминусовал. Ай! Ой-ой-ой! Помогаю.
Черт, так, я с юзка буду отстреливать их. Сейчас я, смотри, я сейчас с дерева, короче, буду. Давай, давай. Ай, черт. Черт, меня очень сильно побили. Так, 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 ща. Так, одного. Все, минус один. Так, ой, нифига их там. Че, че там? А, уго, отходи, отходи. Ой-ой-ой, стреляют. Ой-ой-ой, ты че, гранатами? Нет, не я. Кто взорвал? Че взорвал? Не знаю. Фига тут. Так, а ну-ка. О, там еще минус. Чуваки. Минус, минус, минус. Пошли, пошли, пошли. Ай-яй-яй. Стой. Проходим, 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 давай. Аккуратно, да, да, стой. Да. Там зомби, 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 сзади. Ёкарный по голове. Подходи, отходи. За заправку, за заправку прячемся. За заправку, за заправку прячься, прячься. Бля, комуха. Меня изрешетили, как друшлаг. Так. Ты где, не все? Есть? Нет, еще. Нет, там не все. Там еще есть. Да-да-да-да-да. Черт. Все? По-моему, нет. А, нет, все. Да, или... все. Стой, стой, давай. Иди. О, все, завершено задание. Бумба да бум. Он тут последний сидел. Что он тут делал? Его замуровали тут, что ли? Нет, это, по-моему, засада была просто. И что, он даже по мне не стрелял. Знаешь, он сидел тут такой, типа, пустите меня, я не хочу. Но, тем не менее, это такая, знаешь, тактический вариант, тактический грамотный. Не, кстати, смотри, вот так, если смотреть, то вообще не видно, что там окно. Да. Жесть. Так. Стой, а в грузовике нет никого? А, так это... Давай проверим. Это что, тот грузовик, где... О, да! Это что? Он. Это тот грузовик. О, да. Залезай, просто смотри. Помнишь? Да, помню, конечно, только тут ничего не появилось. Так. А что тут могло появиться, не знаю. Может, они что-то сложить могли. Ну, что-то они, походу, только сперли этот грузовик. Они его еще и подорвали. Да, вот. Вообще какие-то конченые человек. О, вертолет. Ну-ка, давай. Ди, стоп, а, вертолет? Так... мы тут были. Мы вроде. Там были, да, да, да. Окей, что? Ладно. Я еще издалека показал, что это танк, но тем не менее. Ну да, ну блин, он так и зарос весь. Ладно, давай, в тачку пошли. Ладно, пошли к командиру, посмотрим, что он нам еще расскажет интересного. Да. Какую-нибудь новую cool story. Там, погоди, зомби, лонгшотом сейчас. Нет. Так. Ой-ой, ты что здесь? Господи, Дэйзи, что ты творишь? Ты что ты встаешь на линию огня? Ты выстрелил мне прямо... Колено. Прямо в iPhone 7S новый. Которого у тебя нету. Это еще большая боль, чем боль в колене. Ну, это на самом деле он дерьмо, он вообще не нужен. У меня есть друг, у которого 7 iPhone, он говорит, это вообще параш. Дэйзи, эй, Дэйзи. Че? Нам не нужен срач в комментариях по поводу айфонов, давай помалкивай. Да. Так вот, я про вот этих безруких говорю зомби. Сзади которые. А, эти? Ой-ой. Нет, вон сзади, видишь, такие с мозгами наружу. Я вижу, да, с мозгами. Это же инвалиды. Так. Хотя они все инвалиды, по сути. Так, ладно, разгоняемся, то я задолбался уже как-то медленно ехать тут. Так. Собственно. Блин, смотри, там лошадь справа. Можно было ее, конечно же. Да нет, зачем? Кстати, я давай зайдем в наш лагерь, посмотрим. Оу! Ой! Меня и без руки бьет. Вот. Смотри. Он. Вот, я про вот этого говорил. Так, давай залезем, посмотрим, что тут есть. Давай. О, факел, кстати, до сих пор. Что тут вообще все загнило? Ничего здесь нет, никого нет. Только вот эти вот фигни остались. Их какие не принесли. О, слушай, а давай этим пользоваться, у нас же таких пока нет. О, давай возьмем их себе. Давай. А, он начал... О, да. О, давай. Забирай. Просто кайф. Не, вот это только этим ломается. Так, давай сюда идти. О, смотри, тут есть болото, можно искупаться. Болото? Да, искупаться. Ты что делаешь? Я принимаю ванну. Так. Ух ты. Стоп. Тут ничего не лежало. Ай, господи, что мне бьет? Че? А, тут, может, смартфон выкнет? Тут РПГ! Где? Тут, смотри. Ну-ка. И C4. Покажи. Смотри. Ты что, генерал не забрал? А, да, он не забрал, слушай. И компьютер остался. Да компьютер-то насрать на компьютер. Черт, вылетело. Лол.
Так, Эмираль перезашел, все, пошли. Компьютер не работает, плохой компьютер. Да хороший компьютер. Собственно, я думаю, нам надо для РПГ найти патроны, да? Ну, снаряды. Блин, патроны для РПГ. Патроны, да, знаешь, пулька. Для чего патроны? Для РПГ, я сказал, патроны. Боеприпасы для РПГ. А, точно. Патроны, это что он? Пульки для РПГ, не знаю. Пульки. Резиновые, как в пистолетике детском. Кстати, эти резиновые пульки по жопе очень больно бьются, я говорю тебе. Ну, ты знаешь, по этому месту все больно стреляет. Ну, нет. Пластиками не так больно, как резиновыми. Понимаешь, просто резина, она как бы измельчается. Чего? Под высшая химия, это сложно объяснить. Сложно? Так, о. Да, все-таки жалко, одного вояку убили. Ну, ладно. Да, жалко. Сейчас завезем точилу сюда. Вот. Сейчас я дверь закрою. Закрываем дверь. Закрыл? Ой-ой, я на свечку заехал. Так, свечи окей. Не работают. Свечи работают. Вот я вот потушил сейчас свечку, а теперь зажег. А кто сломал тут? Да ты сломал. Блин, вы сломали. Ладно, пошли командиру. А, стоп, вот. Ладно. Скажем, типа, что завершили задание. Так, Сычо нам даст. Угу. Ну-ка. Так, командир. Мы их перестреляли. Завершить. Во. И что нам дали? Боеприпасы для Фенскара. Видимо, тебе ничего не дали, потому что у тебя и так их много. У тебя сколько их? А, у меня, сейчас скажу, у меня их 4, 8, 16. Фига себе, ты чё? Это обойм 16, это не пуль. Ты чё, у меня вообще патронов мало по сравнению с твоим. Боеприпасами. Ты чё? Рич бич. Так, ладно, давай поставим. Ты чё делаешь? Стреляю. Это же юз. Пошли и поставим где-нибудь. Патроны. Ой, не патроны это. Ну, что-нибудь. Вот это, ну, все лут, которые мы раздобыли. Так, давай вот. Не, рядом с. Слушай, нашим. Знаешь, что мне это напоминает? А? Тут палатка, она, знаешь, она так. Тут расположилась, как будто, не знаю, вот такая свечка, это прямо романтика своя. Как будто, не знаю, это какой-то замок графа Дракулы. Да, он так и спит, то так... Да. А тут реально можно ли? Нет, нельзя. Не, нельзя. Ну, тут можно спать. Но серьезно? Мы здесь спать не будем. Да. Делать мы этого, конечно, не будем. Так, ну ладно, думаю, на этом можно уже завершать серию, потому что мы много чего уже сделали. Танк тут, стоит... Кстати, вот этот пулемет, он заряжен, да? И до сих пор не остается разгаданным, кто сломал этот блок. Напишите свои версии в комментариях, а мы их прочитаем. Да, и кто это будет, того мы застрелим из этого пулемета. А если это был я? Беги. Ладно. Ладно, ладно. Собственно, пошли в канализацию, там завершим. Да, и заодно умоюсь. Да, то не мылся 3 дня он уже. Так вот, собственно, народ. Тоже ли туалетной водой моемся? В прямом этом смысле. Да, и залезу. О, как хорошо. Поехавший. Господи. Фу, вода какая грязная. Ты поехавший. Я не поехавший. Мальчик, иди лечись. Так, собственно, народ, давайте, пока. Ой, ладно, я приведу обратно, пожалуй. Ладно, в общем-то, всем пока. С вами были Эмираль Тенези. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии, лайки. Следующая серия будет у меня. Да. Да. Yeah.